Сука, я его убил, блин. Тут ты нам ролик снял. Угу. За вами еще двое идут, ребята, прям следом. Понял. Как мог, какие они снайпера-то, блин. Попробую поставить здесь ралик, я медик один встану, попробую поднять вас. Сейчас по вам будут гасить, осторожнее. Я один, давай встану. Выходим. Стоит. Спавнится? Да, думаю, все. Дымы, дымы, дымы. Осторожнее, по вам сейчас Стоит. Сразу будут. Уходим, уходим. Дымы, дымы, ребята, откидываем. Противника на мосту вижу. Командир, куда двигаемся? А куда именно? Где я они? Снимаю. Ремарк, лежи. Парни, а задача оттянуть противника, то есть стреляйте во все стороны. Занимайте позиции здесь. И старайтесь как можно больше создавать видимости, что здесь будет нападение. Галик красный. Красный. Радист, за мной. Все остальные, старайтесь их задержать как можно дольше. Кипиш. Ребят, прикройте, я подыму. Да-да. Жаба, отходи к нам потихоньку. Накрой их сзади. Тут неизвестно, где враг. Я пытаюсь выбраться. Они где-то у нас. Они к вам отошли? Да. Они на точку добежали, мне кажется. Радис, погоди, дай больше со еще. Стороны моста вроде бьют. Перед нами справа. Слева развернись, слева был. Чуть тебя не убил. Тут Эрик, там пулеметчик где-то рядом. Я попробую попробую послушать его. Вижу в кустах. Сзади зашел кто-то ко мне. Красный. Убит. Подарок снял, который бежал за мной. Вижу МСП. Где? Передо мной в следующих кустах. Прям перед собой. Но... метр, метр 50. 50 метров, хорошо, сейчас.
Здесь? Я готов. Не-не, дальше. И левее. Ну, точнее, для тебя правее. Мы подходим потихонечку к ней. Ралик, ралик, вражеский. Тут ралик. Ралик. А, крой, да. Крой, крой, крой. Я бегу, 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 бегу. Взрываю. Все, мы взорвали. МГ работает. По машине работает. Взорвали, блин. Пиши респаун. Снайпер на юге. И спаунся на МСП. Там ремка. Здесь там, 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 там. Сейчас попробую подлечить. Не получилось. Тогда сейчас подождем немного. Надо поработать. Жаба на Эрике, враг. Ралик красный. На ремарке сейчас. Через дорогу спустя. Убил. Они почему-то в одиночке ходят, непонятно почему. На ралик не садись пока. Танк у вас? Ну, Пума была, я в нее два раза попал. Танки должны есть. Пошли, командир, подтянемся. Плюс тут у пехоты ходит, ну как-то. Вражеская ремонтка едет. Техника. На ремонтку тут вражеская ремонтка у нас. Техника едет. Жаба, на ремонтку. Сними ремонтку. Ложись, ложись, ребята. Он сейчас будет ремонтироваться. На точке здания. Против. Понял. А обнови ролик, нет. Мочите их. Отлично, отлично. Да, на мне танк. Ребята, ремонтку сначала надо уничтожить, потом только танк. Сейчас, бегу, бегу. Он один был? Водитель вроде да. Да. Отойдите, отойдите от ремонтки. Парни, уходи, 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 уходи. Ремарку, бери. Отходи, отходи. Отойдите от танка. Где там? Чем отойти? Сейчас. Ремарк, займи нашу позицию здесь. Здесь отлично для снайпера будет. Окей. Почему меня свой убил? Я вроде далеко отошел, странно. А танк убили-то? Нет, только ремонтку, сейчас танк надо убить. Ну, его закидали чем-то. Давай, снайпер, бегу. Мы тебя ждем. Танк поехал. А вот смотри, иди сюда. Вот танк сюда, поехал. Сюда, вот на мне. И сюда вот, ко мне подойди, пожалуйста. Ага. Так. Жаба, ложись, там снайпер, снайпер, ложись. Положил танк, танк сдох. А где? Так, снайпер бьет со стороны командира откуда-то. Благодарю. Давай снял. За холмик, за холмик. Бля, они еще и сзади. Ёп. Да я пытаюсь их снимать. Спасибо. Не усувайся, не усувайся, оттуда стрельба идет. В ТУ у них. Пойду, да схожу. Я как это? Не-не-не-не-не. Куда-то не, спрятаться подожди, надо. Подожди. Сейчас ты я побегу. Там лезешь, смоки знаешь. Прилетели. Все, я в доме. Успею. Смоки прилетели, вот они рассеиваются, надо бежать уже. Да. Бегите по рейсу, они еще там. Сползи сюда, сползи сюда. Вниз ко мне. Нет, нет, в другую сторону. Кипиш, в другую. Ползу, ползу, ползу. Ползу, ползу. Где они, не могу понять. А, понял.
Они на точке в доме сидят. Засекать, откуда он стреляет по мне. Алик. Алик красный. Отбейте, кипиш. Желтый. Убил. Убил, хорош. Кстати, стреляли больше севера. А не с точки. Видели? Да, кто-то стреляет прям очень сильно. Да тут замок хорошо рьет. Сейчас попробуй. Да, это замок. Попробуй. Это 120 трассера. Спасибо. С третьего дома слева. Где его побегу? Задыми давай все к черту. Не тратьте мопи больше. У нас больше не надо будет. Я сейчас помоги, сейчас. Как они нас видят? Прям, блядь, стрелки вообще. За километр мы в траве сидим, бля. Они на возвышенности, парни, им легче. Они с этажей смотрят. Мне больше сейчас понравилось, лежу в дыму, а мне прям в голову из снайперской винтовки прилетает. А, даже не в голову. Ладно. Лежи, лежи, лежи. Это пиздец просто, бля, там пулеметчики, бля, остался 50 секунд, ребята. Ралик, обновите. Угу. По... Перед нами враг, устал. Ралик красный. Ребята, уходите отсюда, здесь врага много. Нет, отходи. Не беги там. Старайся ко мне добежать. Ралик красный. Да, я уже сказал. Сняли ралик. Все. Не видел. Нет, беги ко мне, если есть возможность. Осторожнее тут. Сука, я его убил, блин. Тут ты нам ралик снял. Угу. За вами еще двое идут, ребята, прямо следом. Понял. Отсекаю пока. Может, мне тоже медика взять? Бери. Если есть. Все, враг там не был. Те, кто около метки защиты, надо прикрыть танк. Прикройте его, его там. Губят. Да, пулеметчик точки не имеет захвата? У меня нет точки захвата, хотя я в кругу уже, бля. Парни, у нас очень тикеты тают, тают тикеты. Экономьте. Нам еще следующую точку надо будет брать. Не успел среагировать. Там радист уже подошел. На метке атаки. Метки.
два человека рядом убил. В упоре тут. Поднимите, я остальные по дому. Я его завалил. Сейчас. Надо поднимать остальных ребят аккуратно. Точку взяли. Давай сюда ко мне. Бля, не там еще один. Перед домом прекрасно. Командир, лежи, я подлечимся. Лежу. Сейчас я тебя подниму, нет. Кто откинулся? Жаба, кипиш. Сейчас. Жаба, можешь подняться на гадики и привезти к нам тачку? Окей. В дому сидит третьим от нас, на окне второй этаж, правое окно. Понял, меня не поднимать. Я. Дорога перекрыта огнем, так что аккуратнее. Не подходи, командир Гивап. Ну, это вроде бы второй... Я сказал, меня уже не поднимайте. Всё, мы пытаемся пройти. Мотоцикл Нет, есть. Тогда назад отходи. Нет, отходи назад. Я заезжаю, подпираю, езжу. Назад, всё будет, всё назад. Муфет. На Мафас. Он на втором этаже. Полежи, брат, полежи. Эрика, взяй, брат. Эрик, попробуй так же уйти, как я ушел. Он на крыше, походу. И он здесь, и вроде там я убил того. Не-не, вот, скорее всего, снаружи, да, выбил. Так, ну ты медик, ты сам залечишься. Куст сделан прям как для джипа. Идеально, подошел. За ним мотоциклист. Да, я слышал, я уже им передал. Да, вот он. Да, вот он, собака. Попробую его встретить, если они ко мне сейчас будут. Одного с мотоциклиста снял. Минус один. Всё, да. Пилота нету. А не, едет он. Не-не, одного снял, но попал. А второй не знаю, они там вдвоем были. На 31, осторожно, не подходите, на 31 противник. Не идите, стоп, кто бежит? Нет, тебя как сняли. Зоопункты. С моей стороны их атакуют. Надо бы меня поднять, потому что надо ралли, когда он на... Отойди обратно.
Есть, я себя подхилю. Ты слышал? Вроде бы установили этот. Ехаем. Че, нам возрождаться? Кастлер, здесь враг. Прямо через дорогу. Не могу подтвердить. Мне кажется, нет. Издалека стреляют. Стреляют. Он на метке защиты один. У дерева через поле. Как объяснить? Да прямо на атаку бежали. Там чуть правее дерево, через метров 100, наверное. Спасибо, очень. Понял. Я бегу. Нет, ко мне подбеги. Тут противник вроде был один. Да, тут. Нет, прям ко мне подбеги. А еще аккуратнее, там где перекресток, на домах есть пару людей, может быть. Но одного снял точно. Блин, опасно. Ремарк, давай, ты прикрой меня, я подниму его. Сейчас я к тебе буду. Окей. Давай. Так, подумай, давай сразу в болото. Да, я его не догоняю, он втопил. А, ты же медик. Ага. Давай, лечись. За мной бежим, прям за танком, за мной. Где не, я не, лежу не, близко?